Бюджетная модель от Старка. Велосипед интересен тем, что в комплектацию включили дисковый механический тормоз. Решение правильное, безопасность прежде всего. Но, разумеется, это сказалось на комплектации. Здесь пружинная эластомерная вилка с ходом 80 мм. Передач 18, 26 колеса. Втулки, каретка, это все проще. Разумеется, погонять агрессивно не получится. Нет, попробовать-то можно, правда, придется как следует обслуживать и делать это часто. Стиль выдержан, узнаются классические старковские мотивы. В целом велосипед представляет определенный интерес. Он подойдет дачникам, тем, кто собирается эксплуатировать велосипед за городом, в парках и так далее.